Перед началом данного ролика хочу порекомендовать канал Антикап. На нем вы сможете увидеть мнение о фильмах и сериалах, а также посмотреть анбоксинги различных товаров из Китая. В комплект входит инструкция и диск Спрога, который позволяет делить экран на 4 части. Потом блок питания и кабель VGA. Вот сравнение моего монитора с ноутбуком. Ноутбук 15 дюймов, монитор 27 дюймов. Смотрите сами. Сейчас посмотрим, как устойчив наш монитор с такой ножкой. Стоит нормально, не падает. Просто есть другие модели, с такими тонкими рамками. Там идет одна сплошная тонкая ножка, то есть она не так устойчива. Кроме HDMI, VGA, и аудио, еще есть 4 отверстия для кронштейна, чтобы на стену подцепить. По центру светится диодно, по желанию его можно отключить, чтобы он не мулял. Внизу монитора находится джойстик, он очень удобный, как показалось для меня. Так, доходим в меню, сейчас быстренько пробежимся по меню. Сверху у нас находится режим изображения. Вначале, когда я перешел с старого монитора на этот, этот мне показался, очень глаза резал. Я в настройках покопался, вроде нормально отрегулировал. Режим игры, я не знаю, как тут вот можно вообще на нем играть. Дальше меню. Можно выставить яркость, контрастность, громкость. Кстати, что-то вначале я не думал, что тут внутри моника есть колонки. Потом дальше я включу, послушайте, как он звучит. Так. Smart Chain Receiver какой-то. Так, дальше. Картинка. Режим. Это мы смотрели. Так, настройка цвета. Это типа замыливание. Вначале оно было выключено, я вообще думал, что непонятно что. Оно, замыленное, вообще так мутно все казалось. У меня на среднем стоит. Так, четкость, уровень черного. Низкий, высокий. На высоком у нас появляется. Так, время отклика. И то же время отклика, сколько там, 4 или 6 миллисекунд, я не помню. А на выжах, я не могу своим глазом сказать, что она так типа медленно реагирует. Тем цвета. Основные аудио выход. Язык, питание. Так, сбросить настройки. Так, дальше. Так, вот так вот она играет. Чуть приглушенно, слабые басы. Можно сказать, монозвук. Вот тут же, типа безрамочный экранчик, но вот, все, дальше мышка моя не заходит. То есть. Но видео не сильно заметно, но углы засвечены тут сверху, по бокам особенно, белым таким отдают. Вот мой старый монитор. Я им очень доволен. Покупал в 2010 году, 6 год обслуживания. Ни разу не ломался, не выходил из строя. Я им очень доволен. Просто хочется новенькое что-то поменять. Так, тут 300 кандел на метр квадратный. По-моему, время отклика 2 миллисекунды. Новый покупают, LG тоже фирму, почти безрамочный. Маленький.
Что, их делишь? Добрый. Их делишь? Бомба! Блин. Ты же сказал, что есть. Ольга, где Ань? Так, дай мне нож. Дай мне нож. А вы его там проверяли? Ну, включили. Робота. Не быть. А там на сайте не было. Что ты нога? Там на сайте не было написано, что гарантия 12 месяцев. Ага. Боня, фу! Ось у Найк дивиться. Ага. Так, зараз я розкажу, як його заказував. Коротше, в суботу вирішив заказати монітор. Вибрав саму дешеву ціну на самому нормальному сайті. Коротше, дзвоню їм туди, а я на роботі. Дзвоню їм туди, типу, закази, вони да, хорошо. Заявку прийняли, але ми типу, вам перезвонимо в понеділок, це сьогодні, і скажемо, типу, є він наліч чи нема. Оце я ждав суботу, воскресенье, нервничав. Понеділок нервничав, коротше. Тому встаю, заходжу на цей сайт, типу, дзвоню, вони трубку не беруть, і типу, самі мені не дзвонять, сообщаючи, є він наліч чи немає. Потім, коротше, знайшов я другий сайт, там чуть подорожче. Сразу мені перезвонили, сказали, що він є наліч, і в той же день можна забрати. Коротше, я поїхав забирати, а Сітко недавно мені СМС-ку прислали, що він є... що його не мав наліч. Ну, з того того, так я рано, в суботу хотів заказати на нього. Так, це все подставочки. Це мануальчик. А там еще что в той пластмасс в этой. Хай будет. Тюн-т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 юн. Ай, мой маленький. Ой. Так, як і той 27 дюймов, но старый у меня по характеристикам у цього матриця IPS, а то я не помню яка. Тут 250 метров, 250. Кандел, а в моем старом 300. Типа старым не лучше бы. Отлик матрицы 2 миллисекунды в том старом, а в том 5 миллисекунд. Не знаю, типа. А можно питание? Нельзя. Ага. Так, больше тут я ничего не хочу. Так, вот такие монитор. Я еще думал брать или CLG, или другие подешевшие. Samsung. Тож 27 дюймов, а там 300 кандел йде. Ну це мені більш по дизайну подобається, що тут типа, ну, типа безрамочний, але коли включаєш, тут рамки по бокам штуки. Це, коротше, мені по дизайну більш подобалося. Ай. Так. Що там по тіліку? Універчик. Мій любимий фільм. Так. Так, це ж там подставочку. Угу. Чим пахне? На чим? Правильно. Ну йомпа! Тобі подобається? Ні. Довольний! Да ладно. І ще утром я думав брати той или той, той или той, той или той сьогодні. Сумнівався. Ну, вирішив взяти цей, який мені подобається. А то б, якби я взяв той Samsung, я потім би прийшов додому і, знаєте, розстроївся. Так. Що тут показано? Що нічого не розумію. Так, ладно, зараз ми його соберемо, підключимо і опять продовжимо все. Нормально. Так, в обзорчику я вроді дивився, шнур не йшов в комплекті, а не буде де. Нормально. Так, кардіо мальчика поки нема, бо поки віддяжка моя йшла в далеке плавання. У мене трошки друга. Так. Заставочку я вже смонтував. О! Тимаш! Оня! Що, Тимаш?
ты легче, чем монитор, мониторчик. А я что сюда нажала, ты что нажала? На вайфайчик. Файчик, майфайчик. Мені нравится, як там в магазині я провіряв цей монітор. У них не проги, нічого, він просто його в розетку отнув, там сіре, коротше, воно все. І мігає там отут по центру маленький, беленький. Ну бачите, монітор нормальний, битих пікселів нема. Щоб їх, блін, побачити, там мільйон тестів нам, блін, провести. Так. Ну да, тут углы обзора. Нормальный, а в том вообще галимый.